Итак, получилось вот такое вот размещение. Вот это коллектор теплого пола, вот это коллектор отопления. Сверху вот здесь вот повесил смесительную группу. Вот видите, здесь можно вешать гидравлическую стрелку сверху. Это вот смесительная группа теплого пола, это простая без смесителя группа отопления. Ну и вот, собственно, грубо, сам котел. Что-то сегодня попытаюсь сделать. Ну, хотя бы попытаюсь прикинуть, разместить оборудование, что-то закрепить. Короче, до пайки, как до Китая, как говорится, ползком. Вот такие пирожки. Вроде все разместил по уровню, по фэншую. Тут еще вот стояки на второй этаж отопления в это пойдут, отверстия медные. То есть, как бы, работы хватит. Вот такие пироги. День третий подпёр. Друзья, вот за сегодня объем работ наковырял чуть-чуть. Все собираю на сухую, пока без пайки. Потому что будет много врезок, но немного, а неудобно будет это все собирать. Сначала все соберу на сухую, чтобы все получилось. Соберу, ввяжу все оборудование. А потом буду опаивать потихоньку. Вот, поставил сборщик шлама, поставил сепаратор. Краны с американками под котел поставил. Фильтр прямой под этот сборщик поставил. Вывел наверх воздушники два поставил. Решил поставить на стояках воздушники, на подъемах, а не на мэйписи. А то смотрелись как два рога. Вот. Так что работа кипит. День третий. Много ни мало все это по фэншую, по лазерному уровню. Время съедает, будь здоров. Короче, работа ради работы. Ладно, всем удачи, всем пока. Буду продолжать делать, буду снимать, выкладывать. Давайте, счастливо.